Правильно. Кто? А это том, что... Аруни, тут кто-то, блин, ну тут нет. Он тоже интригантом заделался, наверное. Там идет этот, как его, Люди в черном, третья часть по телеку показывает. Я буду глазом смотреть. Ты либо смотришь. На каком канале? Интересно. А? Ты на канал? СТС. СТС? Только начали? Да, да, да. Переключайте все. Одним глазом смотрим туда. Че играть-то? Мы здесь тоже, кстати, люди в черном. Я как раз телек за спиной. 140. А, но мне это не ест. Скоро начинаются кубковые игры, те клубы, которые стремятся туда попасть, сейчас будут набирать такие обороты. И посмотрим, кто лучше себя покажет в этом году. Парш. Троицу рядом. Его накрывали уже. Не накрывали. Ну, где назначают штрафной? Карточка прям. У нас микрофон. Я после прошлого матча немножко посидел, и волосы полезли. Последнего момента. Оброс. Оброс. У нас стресса не выпадает. И как пробить? Нормально, Олег. Вратарь собирает мяч. Наоборот, от стресса они едут. Постреляй его, Вот. Отлично сыграно, надо решать. Уноси нахрен. Да он нас... Свои, блестяще сыграно. А он там это... Пяточка еще, хопа. Блять, стоп. Очередная потеря. Алам. Хороший пас во фланг. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Ай, блять, я не увидел того ниже. Деньян. Вратарь легко ликвидирует. Где я успел? Мы решили набить им, да, вратарю оценку. Руни. Партнеры мяч. И подняли, по-моему, руки некоторые игроки атакующей команды, но рано обрадовались. Пол стадиона на ноги вскочило, даже мы с Георгием подскочили. Оказалось зря. Руни. Давайте, сожжите его. Шнадерле. А что там? Хорош. Даю. Потеря, все. Хорош. Да, блядь. Еще раз. Как? Что ж вы тугие-то такие? Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу, сейчас не до микрофона. Прикинь, если он сейчас начнет попарывать. И мяч по ее итогам у него. Он бьет. Какой сейв, вратарь творит чудеса. Где показывает, что будет угловой. У меня, алло, алло. Да, слышно. Да, да. Да. 11-го держать, Стайла, ребят. Он будет забегать. Защитник подальше, от ворот выносит мяч. Ай. Поле выключил уже микрофон. Тут не Ctrl-M. Ты опять всю ночь пел песни. Мембрана по порту. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Пройди этот пас, могла развиваться очень опасно. Ребят, атака, ну раз за раз. Защитник молодец, все прочитал. Добрали, опасная отдали. Передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Хорош. Ну что, сайт? Не, варись, варись. Игрок поспешил, залез в пас. Он долго замахивается. Черт, повари. Вышли. Тренинга. Как? Я просто не понял, куда ты движение делал, если честно. Дисоза Фили. Да, вроде другую свободное было. Ты решил другое. Я... А, хотел. Блин, чё? А как он скинул? Руки. А там рикошеты были.
Пас головой, атака продолжается. Наставник домашней команды требует использовать тактику искусственного офсайда. Что ж, если отработанного это у команды, то это достаточно действенная мера. Руни. Хорош. Нарушение правил, за такое судья может и карточку показать. Ты не сзади, ты сзади. Так не надо, надо хоть говорить, что делать тут. Меня ни разу не подавали, поэтому... Э, куда? Я вообще не понял, кто подавал? Дам. Забирает мяч галки. Вратарь подавал? Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. О, первый. Штрафный удар. Отсюда можно и пробить. Это уже не так. Алло. Предупреждение. Скайп нормально работает, слышите? Скайп не знаю. Алло. Что-то, блин, вообще не слышу вас. Что делать-то? Алло. Я пробил. Может, я могу под удар откатить обратно. Да, да. Или кустик лучше всего. О. Угловой. Я? Ну, я на один ставлю. Давай. Коня решает. Еленин! Великолепный гол! Айда гол! Забил Бонуччи с фамилией Еленин, который отлично исполненный стандарт и великолепное завершение. Так, все, не расслабляйся. Минимальное преимущество одной из команд 36, к этому моменту. Фланги. Да, да, фланги. Хорошо. Хорош. Я. Звучит свисток. Чуть-чуть, но в офсайде. Тут ты супер. Ваш зон. Я думал, что не так далеко. Да не. Просто. Левее. Кто-то там всегда должен быть. Это на схеме нарисованную вот позицию. Там на пару метров выше защиты. Там всегда кто-то должен быть. Там был, я просто был чуть ниже. Руни. Зря ты, Лёха, начал защищаться, ты его привел ко мне. Ну, как бы, я вообще думаю, какой что лучше мне, наверное, пример отбора мяча. Тебе. Где-то о, красный навес! Очень обидно, команда хороший, забивает хорош. Да, неприятно. Кого запишут? Ну, а что поделать? Да не только так было. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Не да? Будут свистят, а как еще можно... Так, не расслабляйся. Фланги опять не будет. Пошли, блин, катись всякие лапы, папы тоже за ними. Хорош. Мяч ушел в атаку. Так я оставляю. Тогда это. Оставили, да. Не оставит. Ну кидай тогда. На вантер. Только сейчас вперед. Да куда ты? Я оставлю. Звучать сейчас оставляем. Так, Костик, что тебе? Я туда? Я побежал. Ой-ой. Эньям. Так, мы 4 минуты дополнительных много, давайте как-то собрались. Первый тайм также нужно закончить. Да, 4 минуты взялось. Да уж. Ну, аккуратнее. Окей, молодец, нормально. И выносили ее.
Лучше-то. Хорош. Дождали. Пять. Еще раз. Надо роля. Хорош. Хорош. Блин. Что за херня? Удар! Хорош. Удар прямо во вратаря. Так они вряд ли забьют. Серьезный перевес одной из команд после 45 минут игры. Они будут разводить. Опять фланги смотрим. Тут у Арктика просто там оценочка там. Что, блин, у вас пасов почти нету. Пасов? У нас и нету, потому что... Выносы, да. У меня вообще ничего нету, ни отбора, ни паса, ни... Слава богу, Коля. Ладно, я с Фаршем договорился, вы главное забивайте больше, не сливаем. Ты микрофон, главное, забудь. Мы поэтому и ведем, понимаешь? Да. Фланги смотрим сейчас. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Хорош, Фанни, сам тащи. Микрофон активирован. Можешь уже сыграть, да. Ай. Я нажал без сквозной, там будет налево. И это штрафной, может быть, очень опасно. Хотя видно будет, и ногу вынесли. На желтую, пожалуй, игрок наработал. Играть страшно, не бейте. Завинки. Защиту еще. Все, ну что, разыграем? Тоже защиту. Давай, да. Вань, ну давай, я тебе пас. Или... Пол команды обыграл, ничего себе! Бля, у меня офсайд. Там не офсайд. Момент! Нет, офсайд! То есть, когда выбегал, я не вышел офсайд. Аккуратней. Мне. Не-не-не. Так, Ну уже мяч нет. Будет введен в игру из-за боковой. Хитрый вы, молодой человек. Микрофон muted. Микрофон activated. Хорош. Выиграть. Выиграл. Даже рад. Главное, без нарушений. Вы не мешайте. Будет штрафной. Генич лет 20 назад так и тут будет, блядь, стрелян. Прыгай в стенку, пожалуйста. Нет. Перекладина играет за вратаря. Досил. И навес. Блядь, выноси сюда. Ау. Так, сейчас главное, они сейчас попрут вперед все на эмоциях. Поймать их надо на контре. Поднимитесь кто-нибудь, Костик. Да. А центр, я сейчас пока, чтоб они... Дай центр штрафной, да, побольше людей. Вратарь ведет мяч в игру, покажет нам свой могучий удар. Так, я чуть-чуть... Да. Вроде как пословиться. Поменялись. Вверху. Ладно, нормально сидит. Били. Мне надо вверху на атаке. Блин. Блин, ребят. Шнадерле. На финтиле, ловитесь. Да сука. Нарушение и штрафной удар. Коля, вынеси просто. Отбег. В линию встали, все в линию. Защитник перехватил передачу. Хорошо. Давай вообще валидол. Нечего обсуждать, а что насчет карточки? Удар головой. Обидный промах. Нормуль. Сейчас свою команду вывести вперед. Переиграл. Хорош, Костик. Руни. Центральной хорошо, зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Манька, хорош. Да ну как так?
Они его вот магнитило, там, блядь, это кинул. Угу. Мяч перешел к другой команде. Протащишь? Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Ну, какой ты рост, получает, кстати, предупреждение. Заметил, даже не спорит с арбитром. Че, давайте немножко на дальнюю. Да. Игрока. Так, ну че, давай на дальний туда, вон, да, закидывай. Да нет, он достал. Мяч будет введен из аут. А не пропустили. Пропустили? Не. Да. Бангл кидай, как всегда, я сейчас туда подбью. Я на позиции Бангла пока поиграю. Вот, блин, могу перефигать. Оп. Нормально. Мяч покинул пределы. Нормально. Так, может прям штрафную сейчас закинуть, нет, или на угол? Не, опять на угол, туда под скидку. Там, трой там. Костик будет Ване скидывать. Билли. Хорош. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Хорош. Ах, я убивал. Что, пресекло, у него желтый есть, мало ли сейчас. Надо сказать, лучше. Достаточно рискованный маневр. Да как вот с ним пробежал? Блядь. Почти подошли хорошо к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Куда мимо-то? Куля, аккуратнее. Коль, молодец, давай. Хорошо. Похоже, нужна замена. Оу, нормально. Я хотел ему карточку. Что, Бангл? А, такого Алекса есть. Это я не знаю, как далеко он полетит. Арбитр показывает. Но Матуки, я боюсь, что там, чтобы оно долетело вообще. Так, сюда праздник. Там был из мака. Хорош. Блин. Центр уже боятся. Жрать. Хорош. Молодец. Блин. Руни. Давай. Хорош. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборот. Итак, у нас Я думал, ты сначала прямо побежишь, потом ты меня побежишь. Очень приятно. Просто в центр уходи. На дальнем, это, нижний бангл. Шнадерле. Хорош. Мяч не дошел до адреса. Так, вот смотрите угловые, аккуратно, там скидки. Сейчас это, они пойдут всеми силами, надо постараться. Так, возьмите прям дальний. Так, я дальний сделал это. Штанг. Я, если что, налево. Я тут вот возьму. Штангу, да, штангу. Или даже в центр. Коля, возьми, да. Ладно. Заебись. Хорош. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента давай. До нуля. Да я дохну. Арбитр назначает штангу. Сейчас закинчу. Вышли. Так, Саня, по какую? По линии. Еще. Вот, да, наверное, по эту. Вот по эту линию. Да, чуть-чуть, правый фланг, чуть назад. Билья. Хорош. Нет, в сайде нет, у меня просто и сил нет. Да, уже все поставил тоже. Будут вбрасывать мяч. Да, ждем. Меня ждем. Блять, я скипнул ничего. Нет, уж. Все, Костя, прям сейчас вдоль кинул. Страхуйте, да. В принципе, все немножко ниже сидит. Как? Забить. Хорош. Ну, это тот случай, когда полевой игрок... Продолжаем. Не скипать. Или я не скипнул. Кто-то трое скипнул.
А уже может. Алана. Эньян. Две минуты осталось до конца основного времени. Вывели. Хорош. Пунктное время пошло, собрались. Подержите мяч, просто подержите. Туда. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Пять минут добавил. Публике игра явно нравится. Команда выигрывает, можно и на трибунах пошуметь. Да, все идет к тому, что... Лаги. И болельщики, конечно, могут быть этим довольны. Ихний зато где. Руни. Билли. Хорош. Бля, я вообще не сидел где-то. Руни. Хорош. Аут, посмотрим, смогут ли они. Финальный свисток. Очень важная победа, да, сейчас. Она позволит сейчас надо в лиге на следующий сезон. Результат извести. Ну давай. Вылета, но команда все-таки выстояла. Защита, смотрите, защита. 6-9, 8-9, 6. Молодцы. Да, хорошо. Потому что был рукавус. Что прессинг был впереди. Я вообще во втором тайме, блядь, один раз мяч потрогал. Подбор один переход, нормально. Не, ну на самом деле мы шары им положили. Ну, в принципе, да. По-хорошему. Но если по-хорошему, у них один момент только был. Какой шар? Один. Первый? С угла-то? Ну, с угла он пролетел, как бы, что в борьбе, а на дальний ждал, принял, допробил. Сами виноваты, упустили. Гол такой, знаешь, игровой, это первый, а второй, конечно, это. Ну, второй автогол, что про. А второй, если б не зач, то да, там бы Руни замкнул в пустые. На самом деле нормально все играть, без паники, без всего, хорошо. Почему-то у нас с сильными командами так и получается. А со слабыми потому начинается... Потому что со слабыми начинаем на бегу. Ребят, на не очень отыграли мы, если честно. Кого играли? Нет, победили, здорово, конечно. Не, ну, само собой, косяков-то полно, что там, ты говоришь, это... Сейчас напишу ему спасибо за игру. Не, я к тому, что чтобы... Пасов, когда у полузащиты нету, о чем ты можешь говорить, там, по три пасы. Так я говорю к тому, чтобы вот в эйфории не впадать. Да какой тут эйфория? Да какая эйфория, блядь? Завтра нашу эйфорию опустят. Ал. Идем один на один. Давай, давай. Наташ, кинешь? Чего? Я сейчас закидаю в контакт. Контакт? И вы товарищеские, давай там. Ну, я пойду искать. Просто. Искать, как их. Ладно, давайте. Он давай. Бьет? О, нашел. Какой сейв, братан, говорят чудеса. Я пригласил, я показывать, что будет у вам. Так. Хоть я не забил сегодня, зато у меня настроение офигенно. Матч. Матч. Я написал, что ты не в сети. А потому что ты в инвизе, что ли, Дим? Я не в инвизе, нет. А-а-а, не того пригласил. Какой шанс! Елини! Да чувак, пиздец. Великолепный гол! Так, а мы с Олей Комарали, что, это только лигу, да, играли? Да. Прекрасно. Слушай, все равно не могу принять. Наверное, Origin перевыпустил. Очень обидно. Можно прямо в игре Origin перевыпустить? Нет. Нет. Типа офлайн. Да, неприятность приключилась. Ну что поделать, даже великие игроки забивали мяч в свои ворота. Ааа, дэва. Не, у меня недоступно, сейчас подожди, я Origin перезапущу. Че хочешь? И че оно? У меня, блядь. А, все. Итак, гости организуют искусственный перекладина играет за вратаря.
Там с этими, с туристами, у нас нету голевых там. Я просто сделал скриншот, чтобы ты видел, что нету. Можешь его не забивать. Я знаю, что нет. У меня голевая, просто я голевая. Просто я как-то не сделал, да. Если меня спрашивали, да. Мне пришлось вам доказывать. Это Юрка спрашивала, не я, я всегда знаю. Ну ладно, давайте ставься, до завтра. Давай, да, да. До завтра, спасибо. А всем завтра. Бангл, спасибо. Завтра с Revelation. Йо! Опасно! А как Paradise сыграл? Paradise только завтра играть будет, они перенесли. User disconnected from your channel. Да. У нас 3 очка с ними разница. Да, только у них матч в запасе. Я говорю, что матч в запасе, 3 очка и Excellent еще там. У нас там еще... Ну, у нас хороший гол, трудовой. Отлично исполненный стандарт и великолепное завершение. Какие? Revelation и что еще? Такое все там. И стандарт. Там, я будь своим внуком показывай. Бля, смотри, как твой дед забивал на. Какой шанс! Ты так не сможешь. Великолепный гол! Нету. Ай да гол! Сыграно как по нотам. Хороший гол, трудовой. Все, все, как отлично исполненный стандарт и великолепное завершение. Так, не, ну, сборный тур это там 8-9 точно. Если честно, в плане, блядь, игры, второй матч у нас просто пиздец. Мы нихуя не сделали, мы просто отбивали. Ну да, мы вообще ничего не сделали. Какой шанс! Елене! Великолепный гол! Айда гол! Самое забавное, что когда сбил Банучи, сказали Киелине. Так у него Киелине. Блядь, такой сука, который разрушил Бонова. Еще бегает Артикушин. У нас Банучи Киелине. Вонючий Киелине. Он не определился, кого больше любить. Борца ли, блядь?